10 по 12 октября в Ульяновске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Тысячи иностранных спортсменов и болельщиков скоро прибудут в наш регион. Осталось подготовить спортплощадки и решить вопросы с расселением визитеров. Для эффективного решения насущных проблем губернатор собрал организационный комитет. 3 дня будет кипеть жизнь и проводиться соревнования по разным видам спорта. По баскетболу, по мини-футболу, по киберспорту. Ожидается приезд федеральных гостей, поэтому мероприятие должно пройти на высоком уровне. Для представителей местных властей стоит много важных задач – от приема объектов до украшения города. Чтобы не ударить в грязь лицом, территорию необходимо благоустроить и уже потом заняться декором, развесить баннеры, растяжки и флаги. Но мы видим, что люди уже работают. Вы видите, мы начали оформлять символикой форума наши на сегодняшний день улицы. По крайней мере, вот уже Пушкаревское кольцо недалеко от Волга спорт-арены. Уже вывешены вот эти вот билборды с изображением символикой России спортивной державы. Главную спортивную площадь города уже украсили в фирменном стиле мероприятия. Основной площадкой форума станет Ледовый дворец «Волга Спорт Арена», крупнейший в Поволжье культурно-спортивный стадион. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.